Этим утром согреваем наших любимых мужчин при помощи свитеров и кардиганов. Расскажите, пожалуйста, чем свитер отличается от пуловера, джемпера или кардигана? Свитером принято считать изделие с воротником. Обычно свитер используется для загородных прогулок, в тех ситуациях, когда должно быть тепло, хорошо и уютно. В офис свитер носить не рекомендуется. Из более гладкого и облегченного трикотажа изготавливаются пуловеры и джемпера. Джемпера имеют округлую горловину, а пуловеры V-образную. В общем-то, в этом и заключается их различие. Кардиганы застегиваются на пуговицах, либо на молнии, и могут заменить пиджак. Как выбрать свой свитер и на какие тренды стоит обратить внимание? Мужчинам с округлыми линиями в телосложении, с мягким подбородком следует избегать кардиганы с шалевым воротником, двубортные кардиганы, кардиганы рыхлой вязки, которые будут еще больше увеличивать объемы. Предпочтение следует отдать не кардиганам, а пуловерам с глубоким V-образным вырезом из гладкой, держащей форму ткани. Мужчинам высоким, стройным можно позволить себе кардиганы до середины бедра с поясом. Также пуловеры, свитера оверсайз. В тренде вязаные изделия с украшениями в виде провязанных кос, водолазки. Кроме того, очень популярны норвежские мотивы и узоры в виде ромбов. Как выбрать трикотажное изделие, чтобы оно прослужило долго, что должно быть в составе? Если там будет написано 100% акрил или полиэстер, или еще какая-то очень синтетическая нить, значит, такой свитер вы не покупаете, потому что если он даже прекрасно выглядит, отвечает всем трендам и замечательного цвета, все равно в процессе носки он будет быстро терять свой внешний вид и совершенно не будет вас греть. Чем лучше всего сочетать трикотаж? Форму трикотажа в виде худи – это кофта с капюшоном, то ее можно сочетать с джинсами, с трикотажными брюками. Кроме того, худи сейчас принято надевать даже с пальто, даже в офисной обстановке. В свободную пятницу позволительно. Если брать во внимание более стандартный вид трикотажа в виде пуловеров и джемперов, то они замечательно сочетаются с рубашками, джинсами, брюками. Трикотаж очень хорошо сочетается с замшей и с черными аксессуарами немножко проигрывает. Кардиган на пуговицах из тонкого трикотажа можно надеть под пиджак, и тогда он будет играть роль жилета. Следует помнить, что нижнюю пуговицу стоит держать не застегнутой. Следите за нашими модными новостями, а в следующей рубрике мы расскажем вам о самых главных трендах 2018 года. Ольга Демидова, Анастасия Макеева и Леонид Бартенев. Специально для программы «Утро» студия «Хорошего настроения».